На территории Республики Адыгея в 2019 году зарегистрировано 49 ДТП, совершенных по вине водителей в состоянии опьянения, в результате которых 28 человек погибли и 54 получили ранения. В целях предупреждения ДТП с участием пьяных водителей 6 февраля на территории Адыгеи было проведено рейдовое мероприятие по массовой проверке транспортных средств. В частности, этот рейд был проведен и в Кашхабльском районе. Усилия сотрудников отдельного батальона ДПС и ГИБДД было сконцентрировано как на пресечении фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, так и выявлении других нарушений. Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до 3 лет. За время мероприятия было проведено 25 профилактических бесед. Выявлено 3 правонарушения. Водителей, находящихся в состоянии опьянения, не было. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.